ты где? Я хочу с тобой за партой сидеть. А, уже занято. Ладно, я буду в конце как двоечник. Ну это жесть, тут еще такая музыка, как будто трейлер начался какого-то ужастика. Да ты посмотри вот на этого пацана. Это реально как фильм ужасов. Да, здесь иногда... Ух ты ж, ё-моё. Понятно, понятно. Пока что вроде бы ничего такого страшного нету, кроме того, что мы просто бежим по фонарям, которые сами по себе включаются, что уже мистика сама по себе. Смотри, там костер. Все. О, пипец. Я так понимаю, те, кто, в общем-то, падают вниз, все. Больше оттуда не вылазит. Да. Офигеть, там только что чувак упал. Пипец, бедолага. Кто в начале видео успеет подписаться на мой канал и поставить лайкосик, будет учиться только на одни пятерки. Раз, два, три. Но это не точно. Всем отличного настроения, друзья. С вами Котенок Лайк и мой друг Котик Игроман. И только что мы выбрались из страшного лагеря, как попадаем в страшную школу вот на этом автобусе. Ну что, дружище, ты готов? Конечно, да. Ну все, погнали. Погнали. Итак, чтобы, в общем-то, отправиться в школу, нам нужно, я так понимаю, вот сюда войти. Так, отлично. Нифига себе, какой огромный школьный автобус. Да, уже все набились, и смотри, там учитель, похож на моего трудовика с бородой стоит лысый. Не, учитель на самом деле пипец. Нет, это не учитель, мне кажется, это... Кстати, а подожди, водитель. А где сам водитель? Нет, так там же должен быть руль какой-то, тут руля нету. Но у нас, походу, машина будущего, едем без руля. Мне кажется, у нас она автоматическая, то есть сама по себе там с направлением работает. А чё, мы когда-нибудь поедем или нет? У нас уже тут пипец, столько народу набралось. А, все, отлично, бусик выдвигается через 10 секунд. Ура, друзья! Все пристегнули ремни, друзья, сейчас помчимся. Интересно, как же он поедет? Сейчас поглядим, так... Начинаем или нет? А, во, он что-то не говорит. Не знаю, показывает учителя нашего. Добро пожаловать на борт. Надеюсь, чего-то там. Меня зовут Майк, и я, в общем-то, водитель вашего грузовика, и мы отправляемся сейчас в школу. Окей, Сим, погнали. Все, сейчас будет что-то прикольное. Так, ну что? Ты уже спишь, смотри. Да, мы попали, в общем, в школу, в которой довольно-таки, мне кажется, уже жутковато, потому что музычка здесь довольно-таки такая любопытненькая. Так, да, о, смотри, здесь тут разные самый учитель. Погнали сюда. Ну, нам написано, да, заходите в класс, садитесь на места, друзья. Ты где? Я хочу с тобой за партой сидеть. А, уже занято. Ладно, уже я занято. Буду в конце как двоечник. Как двоечник? Можешь там баловаться, никто на тебя внимания обращать не будет. Ну, тут все, да, бегают, шумят, хулиганят. Короче, у нас класс какой-то таких. Так, смотри, давай проверим. А я раздолбаев. Attendadences, что это такое? Не знаю, наверное, приготовьтесь, сейчас будет урок. Хм, какая... Интересно. Какая... У меня голова застряла в парте. Да? Да, смотри, так что-то ты, мне кажется, какой-то маленький, что ли, или что такое происходит? Не знаю. Ну ты, кстати, если встанешь, так же будешь. Да? Мы, ух ты, что это? Что за жесть? Офигеть, бро, бежим, бежим. Чего так темно-то стало? Так, ты где там? Пошли беги, в коридор. Беги, написано, беги. Так, куда бежать, я не знаю, я буду бежать туда. Ой, тут кого-то убили. Ты за мной беги. Ой-ой-ой. Братан, ты где? Давай в столовку. Я бегу к выключателю, который нам надо нажать, чтобы включить свет. Так я тебя не вижу. Короче, иди в столовку на стол. Вставай на стол, бро. Так, в столовку. Где бы мне ее вон, найти? Вон монстр красный идет. А, не подходи все к нему. Подожди, я вижу тебя, Лайк. Так, 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 аккуратно. Так, 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 так. Вот беги, я около беги, тебя. Главное, чтобы монстр тебя не схватил. Я около тебя, я около тебя. Ну, дальше что? Все, 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 красава. Тут, короче, монстр бегает. Вон он. Смотри, бежит, бежит. Так. Видишь, красный? Ну, ну, ну. Надо, чтобы он нас не задел, нам надо подождать, когда включится свет. Ага. Понятно, стоим, ждем. Все, ждем, да. Что-то мне кажется, он исчез. Да, отлично. Что это было? Нифига себе, что это было. Тут половина людей просто повымирала. Да, нам написано, идите в класс. Что-то мне кажется... Нифига себе. Опачки. Смотри, написано. Так, смотри. Посмотри назад. Смотри назад. Хм. Посмотри назад. А куда назад-то смотреть, елки-палки? Я и так... Кто-то выбежал на улицу. Да ладно. Хм. Как это? Нифига себе. Интересненько. Интересно. Так, короче, нам написано, что пропало несколько людей. Ну да, некоторых школьников надо... съели. Да, что-то найти. Пошли, я тебе секретку покажу, прикольно. Ха. Нужно чего-то найти. Click any clue you can find. Нужно... Да, нам надо будет найти ключ, чтобы сбежать отсюда. Интересненько, интересненько. Школа прям вообще жуткая такая. Так. Так, а
Федор. А, все, открыли дверь, по-моему. А, дверь закрыта. Короче, смотри, вот сюда иди. Угу. Видишь меня? Угу. Пойдем. Давай сюда, а. Хм, какая-то странная нычка. Да, здесь иногда. Ух ты ж, ё-моё! Понятно, понятно. Пойдем. Дальше что-то чувствую, тоже будет поинтереснее. Опачки, мы упали. Всё, опять в классе оказались. Блин, это, по-моему, тот самый чувак, только при свете. Не знаю, короче, это какой-то монстр. Так, все, вышло. Надо найти ключ. Да, вышло оповещение, найдите ключик. Угу, погнали искать. По-моему, он где-то в шкафчиках находится. Да? Где-то здесь. Скорее всего, да, потому что что-то вот тут одни шкафчики, и кроме шкафчиков тут больше вроде бы ничего и нету. Да, и сейчас надо пробежаться, потому что что-то никто его не может найти. Хм. О, я нашел ключ. Я нашел ключ. Ты нашел? Да. Все, погнали, дружище. Так. К двери скорее. Интересненько, интересненько. Where is it, говорит. А где ты его нашел? Все, дверь я открыл. Там, короче, он находился в раздевалке. Стой, смотри, здесь доски. Либо иди совсем справа, либо под доском, потому что можешь провалиться в яму. Либо вот здесь, по краю прям. Ага. Чтобы добраться до спортзала. Интересненько, интересненько. Отлично. Ну это же есть тут еще такая музыка, как будто трейлер начался какого-то ужастика. Да ты посмотри вот на этого пацана. Это реально как фильм ужасов. Да не, он на самом деле танцует, такой радостный чувак. Офигеть, а смотри, какие мечи здоровые. Так, ну мы по итогу, получается, все-таки выбрались и сейчас находимся, в общем-то, в баскетбольном зале. Только, правда, тут можно туда пройти, но там что-то так темно, что я не хочу туда идти. Да, это что-то дико. Keep it up. Так. Интересно, что это значит? Но мне кажется, в любом случае нужно, наверное, отсюда свалить, походу. А может быть и нет. А, нам... Так. Здесь все закрыто. Короче, нам здесь надо сохраниться, видимо, до утра. Хм. Ништяк, точно. Смотри, как в лагере, да, страшном? Помнишь, ночь наступала? Хм. Так, ну наступил у нас день. Отлично. Так, time всё. To wake up. Время просыпаться. Окей, мы проснулись. Так. Интересненько. Выбраться пока отсюда не можем, да? У нас закрыты все двери. Да, нам открыли дверь. Отлично, одна открылась, иду. Так, главное в яму не провались, а то будет эпик фейл. Ну я иду. Там уже не выберешься. Я иду тогда, в общем-то, по твоим следам. Пойдем там похаваем. Так, любопытненько. По-моему, только что кто-то упал. Я слышал такой... Так, ну что, вот. Смотри, можно уже шкафчик брать. Я взял себе, в общем-то, окорочку. Куриную ногу из KFC. Я бы вообще, на самом деле, взял какой-нибудь себе бургер. Бургер был бы, конечно, поинтереснее, но что-то получилось так, что... Опа, что-то происходит. Да. Что-то происходит. Смотри. Да-да-да-да. Так. Что-то все темнеет. Да не темнеет, тут просто идет моргание. Да, мигание света. Кстати, отобрали нашу еду. Любопытненько, любопытненько. Да, еду, кстати, отобрали, я ее так и не успел съесть. Интересно. Да, может, этот монстр ее съест вот за теперь, нами. А вот теперь начинает темнеть. Темнота идет! Темнота идет! Фу. Так, что офигеть. Только что случилось, вышло оповещение. Так, what's happening? Да, что произошло? Интересно. Интересно. А, смотри, написано, надо возвращаться обратно. Да, вернуться обратно, чтобы найти ваших друзей. Подожди, у нас же, по-моему, никто не пропал. Зачем нам возвращаться обратно? Я хочу остаться тут. Не знаю, погнали, погнали. Там сейчас будет, скорее всего, самое интересное. Так. Любопытно, но, по-моему, здесь нету ни одной ямы, да? Когда мы обратно возвращаемся, все бегут просто так, по прямой как-то. Ну, то есть они там есть, но их не так много, как было до этого, и это странно. Насколько я понимаю, нам надо будет двигаться в эту дверь, а парень уже там, он как-то багается. Так, тут написано, подождите в коридоре. Да, вот в этом коридоре. И, собственно говоря, здесь явно тоже что-то, наверное, произойдет, скорее всего. Хм. Видимо, да. Интересненько. Ух, жуть какая. Интересно. Ну пока сзади смотрю, двери закрылись. А. Все, открылось. Ух ты. Так, по-моему, он сейчас за нами гнаться будет сзади, скорее всего. Смотри. Тут какой-то коридор. Опа! Стой, главное, вперед не иди. Что такое? Сейчас будет дичка. Смотри, монстр идет. Опачки. Монстр идет! Кстати, он прикольный, пипец! Он. Я, по-моему, такого монстра в какой-то игре уже видал. Возможно. Прикольно. Так, нам надо найти рубильник. Так. Парень читер, 100%. Тут есть. Проходит. Стрелочка, короче, показывает, что нужно идти туда, но там выход. Ха. Выход, я так понимаю, закрыт, да? Нужно все-таки искать тот рубильник. Так, ну окей, все. По-моему, это не школа. По-моему, это просто... Я не знаю, что это за место такое. Не,
Это школа. И вот здесь парень уже нашел рубильник, потому что он читак. Да? Он... Где? Да, он проходит сквозь двери. Вот здесь самое первое. А где этот рубильник был? А, во, вижу, да. Он уже включил его. Пошли. Так, теперь, так понимаю, нужно свалить. Окей, си. Либо через двери, либо вот через этот секретный ход можно пройти. Ну тут, кстати, по паркуру, мне кажется, поприкольнее, чем через двери выходить. Так, теперь сюда. Смотри, главное не потеряться. А то здесь вообще не видно ничего. Ну да, темновато, темновато. Да, я тут. Так, теперь вот сюда. Вон стрелка есть. Угу. Интересно, и кто делает подсказки в этих... в коридорах туннельных? Да, как будто сам монстр, кстати. Пока ребята ищут проход. Опачки. Опа! Он, кстати, уже тут офигеть стоит. А я тебе говорю, он как телепортируется. И ребята уже прошли, теперь нам надо наверх ползти. А ты уверен, что это обычный игрок? Может, это какой-то NPC-шник? Я не знаю, кто это. Но факт того, что он все знает и делает, это... Прикольно, прикольно. Самые сложные моменты наверху, конечно. Да? Вау, смотри, снизу вода заполняется. Да ты чё? Да, я тебе говорю. Прикольно, прикольно. Начинается дичка. Все. О, пипец. Я так понимаю, те, кто, в общем-то, падают вниз, все. Больше оттуда не вылазит. Да. Офигеть, если там только упал, что чувак упал. Пипец, бедолага, бедолага. Бегите, девчонка, беги. Стой, главное в центр не прыгай. Офигеть, ну да. Там тут... закрыто. Да я вижу, что там либо... закрыто, да. Там видно прям. Да, либо справа, либо слева. Так, все пролезли. Ну давай, что, погнали? Давай, наверное, справа. Мне кажется, справа как-то, не знаю. Налево я не хожу. Все, я погнал. Так. Так, 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 отлично. И мы, получается, куда-то выбрались. Офигеть, что это такое? Это что за такие офигеть трубы огроменные? Я не знаю, это какой-то слив из школы. Так, ну чтобы окей. Детей сливать оттуда. Дальше мы пока что пройти не можем. Hurry up, my friend. Да. Будь осторожен, что ли, мой друг. Что-то типа того. Так, slide down the pipes. Что это такое? Ух ты. О, а, следуйте за светом. Следуйте за светом. Офигеть, друзья, вот это просто жесть. Так, что-то... Нифига себе, вот... Что-то мне кажется, за светом следовать не стоит, потому что сам по себе, когда свет включается, это явно что-то... Чё-чё, говоришь? Что-то, говорю, явно подозрительное, когда сам по себе включается свет. Прям очень что-то подозрительное как-то. Я бы, честно говоря... интересно, слушай. Я бы, честно говоря, не пошел. У нас выхода нет, в школе монстр, здесь может что-то будет другое. Так, ну все бегут пока. Очень читер интересно. Самый главный. Ну пока Токс... что, пока что вроде бы ничего такого страшного нету, кроме того, что мы просто бежим по фонарям, которые сами по себе включаются, что уже мистика сама по себе. Смотри, там костер. Да, по-моему, кстати, это тот... А, это же тот же самый, по-моему... А, мы вернулись туда, откуда мы начинали. Точняк, это начало. Чё... И наш учитель. Почему-то мне кажется, что он нас сейчас хавает. Что вы здесь делаете, он говорит. Я так и знал, что это он! Так и знал! Вот я прям стопудово, вот прям чувствовал, что это он. Офигеть, вот это прикол. Вот блин, вот это прикол. Я так и знал, что этот гад является этим как раз-таки убийцем-монстром. Ё-моё, офигеть. Я так понимаю, что мы выжили, да? Survived. Да, мы выжившие, и мы, видимо, возвращаемся сейчас на старт. Офигеть! В общем, друзья, это было просто невероятно. Если вам понравилось приключение по страшной школе, то не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться на наши каналы. Ну а с вами был я, Котик Игроман, и мой друг Котенок Лайк. Всем пока, увидимся! Всем удачки, пока!